Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Multifinance. Я продолжаю готовиться к марафону. С февраля 2015 года мы начали с моим тренером готовиться к этому событию. На текущий момент я уже пробежал один раз дистанцию 21 километр, и вот сегодня в Бангкоке я пробежал еще 15 километров. Ну, я просто сейчас вспоминаю, как я бегал 4 километра, как они мне давались. Так вот, сегодня 15 километров мне пробежать было легче, чем когда-то пробежать там 4 километра. Ну, это понятно, сейчас я стал весить меньше, понятно, что организм немножко уже перестроился и так далее. Ну, забавно, когда просто с моральной точки зрения, когда ты смотришь на дистанцию 4 километра, думаешь, блин, как же ее пробежать, а сейчас ты спокойно пробежал 15 и понимаешь, что можешь еще. Поэтому к чему я? Какие цели ставишь, такие и достигаешь. Не бойся ставить больших целей. Может быть, с того момента, когда ты на них смотришь, они кажутся очень большие, но когда ты начинаешь к ним двигаться, то они становятся не такими страшными. Поэтому какие цели поставишь, такие и достигнешь. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Тебе удачи. Счастливо.